Красноярском крае полицейские вернули заводчику сбежавших лошадей. В дежурной части отдела полиции поступила информация о том, что по проезжей части одной из главных улиц краевого центра бежит табун лошадей. Сотрудникам патрульно-постовой службы удалось остановить их и с помощью неравнодушных граждан привести к отделу полиции. Было установлено, что лошади принадлежат жителю одного из поселков. Они сломали забор в загоне и направились в сторону Красноярска. Полицейские сообщили мужчине, что его питомцы найдены и находятся в безопасности. В настоящее время 6 лошадей и 2 жеребенка возвращены в конюшню. Заводчик поблагодарил полицейских за своевременную помощь.